Ассаламу алейкум. Кому интересно, покажу, как идет работа во Франции с security. Вот. Город пустой, никого ничего не видно. Сам для себя ты, короче. Никто тебе не указывает, что делать, как делать. Делаешь как хочешь, где хочешь. Ну, по плану. Вот так вот. Работа, как мы видим, не пыльная, потому что дождь идет. Ну и не трудная, потому что ездишь, ходишь. Заработок неплохой на этой работе где-то. Ну, смотря где ты работаешь, и заработок неплохой. И жить можно, короче. Три ночи работаешь, две или три ночи отдыхаешь. Ночью работаешь. 2-3 ночи отдыхаешь. В итоге в месяц, когда люди работают 22 дня, ты работаешь 12-13 ночей. Вот такие дела. Объект, не сломано ли, не поломано ли что-то, все на месте, никто ничего не сорвал пока что, а дальше видно будет. Короче, кому интересна работа охранника, я бы лично посоветовал бы, чем бы на стройках там кирпичи кидать. Лучше отучиться один месяц, получить себе свою карту профессиональную и работать. В данный момент я так в автопарк приехал, чтобы проверку тут такую сделать. Если кто-то на объекте. Но в основном работа идет по зданиям. Проверка здания. Чего-то такого. Всю дорогу разбили, здесь асфальта не оставили, как у нас в Гудурмесе. Проезжаешь мимо автобусов, смотришь, что тут, как тут, если что-то заметил, записал,
Если кто-то ворует, убежал, короче, пусть ворует дальше. Шучу. Не ворует. Позвонить надо. Блатным надо звонить.